Дербентский городской суд арестовал руководителя компании «Первый строительный холдинг» Марата Гюльметова. Он подозревается в хищении у дольщиков более 100 миллионов рублей. Ранее гражданин находился в федеральном розыске. Его задержали в Москве и доставили в Дагестан. Как выяснилось, он под предлогом организации долевого строительства 16-этажного дома в Дербенте завладел деньгами свыше 45 местных жителей. В отношении подозреваемого открыто уголовное дело.